Буду назвал, да? Потом, в целом команда официально называется юридически РЦО РБГУ, и по-хорошему ее нельзя называть энергетиком. Морозов зачем-то направо дал передачу, хотя можно было бить, и это удар. Вот Евдокимова, не очень опасным он получился, Евдокимова проведут ремонтные работы, нельзя будет на нем играть. Морозов на дальнюю, и мяч летит, штангу, удар, ничего себе, вот эта комбинация. Да, штанга за Динамо играет, и Владимир Хвощинский оказался в нужном месте. И голова отправляет мяч, это четвертый гол Хвощинского в сезоне, точнее в предсезонке. Ну и здорово сыграл Морозов, он, конечно, подавал, у него мяч свалился, но штанга сыграла за бело-голубых. Бело-голубая штанга. Не Легинс. Евдокимов. Классный пас к Хвощинскому. Вот это комбинация. Морозов. Морозов. Ударище. Вот это гол. Увидели, что он сделал перед тем, как пробить. Какой классный элемент показал Морозов. Переложил с ноги на ногу мяч. И затем уже по такой вот замечательной траектории отправил мяч над вратарем энергетика. Ну и голевая передача Владимиру Хвощинскому. Изначально, можно сказать, Морозов голевой пас Владимиру отдал. А сейчас обратный пас. Команда «Динамо-2». Калинка, Калинка моя вышел. Конечно, тяжело будет ему после травмы, тем более после сломанного пальца. Морозов, посмотрите, как бежит Морозов. Удар по воротам, такой вот ползучий мяч. И Владимир Хвощинский догоняет и забивает. 3-0. Я напомню, что первый матч между командами закончился 3-0. И такой полупас от Морозова, он во всех голах сегодня поучаствовал. Да и Хвощинский тоже, кстати, сегодня связка хорошо работает. Пара Морозов-Хвощинский выделяется, и это пятый гол в предсезонке для Владимира. И вы заметите, что снег особо Динамо сегодня не мешает. Нас смотрит 265 человек. Удар по воротам! Энергетик забивает один гол. Это Лаврик, кажется, выше всех выпрыгнул и немного сократил отставание. Про это я и говорил, нельзя ни в коем случае расслабляться. Должен догонять мяч. Догоняет Владимир, он точно не пересек линию. Такой вот пас, пропуск. Отсюда, в принципе, можно пробить. И Максим Швецов, как приложился к мячу. Вводящим ударом пробил Швецов и почти попал в девятку. Грищенко нет на поле, ну, по крайней мере, в составе мне написали, что он есть. Морозов, замах Морозова, удар по воротам. Нет, он сегодня просто король на поле. Очень разнообразно играет сегодня Морозов. И на замахах, и за счет каких-то финтов. Илья Васильев тренируется с Динамо. Подача, удар, и мяч залетает в ворота. Вот это шедевр в исполнении энергетика. Какая-то невероятная траектория полета мяча, его счет уже 2-3 становится. И чем-то напоминает этот поединок действительно матч против Выслочи. Всего лишь один, неужели второй камбэк подряд? Скрипченко точно будет недоволен, но Морозов уже не так бежит, как раньше. Ничего себе! Без билетика выбросил из троллейбуса. Стена из синих игроков выстроилась. Такая же стена из оранжевых. Подача на ближний, удар по воротам. И как будто мы этого все ждали. 3-3 сейчас становится. Это камбэк от энергетика. И печальный второй тайм для футболистов Минского Динамо. При этом прошлый матч тоже закончился со счетом 3-3. Правда, этот еще не закончился.